Так и так, всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Мы продолжаем рубрику «Донецк от первого лица». Сегодня мы со Стигом Барди. Всем привет, ребят! Встретились и поедем, мы поснимаем вам, как выглядит Донецк-Сити в 2019 году. Сейчас проезжаем универсам Украина. У нас уже здесь все красиво. Сделано, разметочку уже покрасили. Короче, друзья, мы уже отправляемся туда, но вы мне пишите комментарий, что бы вы хотели в следующем ролике увидеть. Ну что, поехали? Сейчас в подземный паркинг заезжаем. Машин куча. Кружимся. Не знаем, куда примоститься. И там занято, и там занято. Ну, короче, сейчас будем искать, где найти место. Хотя сегодня не выходной день, сегодня будний день. Ну тут же ж много еще ставят машины, как отстойник. Да давай ставим возле Volkswagen. Сейчас, кстати, заодно проверим, как у нас камера снимает в плохой освещенности. Ну, короче, ребятки, приехали. Сейчас будем заходить в Донецк-Сити. Может быть, зайдем в Парус, поснимаем. Ну и пройдемся, может быть, на лед, посмотрим, где дети развлекаются. Этаж или на второй сразу? На второй или на третий этаж? Угу. Красиво убрано. Ну, в торговых центрах всегда красота. Всем привет. А ну еще раз. Всем привет. Виконста передал всем привет. Как бы многие магазины еще не работают. Закрытые. Ну, люди присутствуют. В небольшом количестве, но есть. Прям поднимаемся выше. Посмотрим, работают сегодня детские аттракционы или нет. Вот так, ребятки, выглядит каток в Донецк-Сити. Но людей нет. Сейчас у нас без 15:04. Ну, следят за ним. Конечно, на выходные здесь людей очень много. Но надо будет как-то в выходные приехать сюда. Заснять такой весенний будний день. Не будний, а точнее выходной день. А там, ребятки, карусели, развлекательные игрушки, всякие приколы для детей. Я думаю, надо действительно с ребенком прийти, погулять, погонять на машинах. Короче, забава для детей.
Кто будет смотреть, обязательно, ребята, приходите сюда на выходные и отдыхайте. Ребята, кстати, сейчас снимем цены на сеансы «Ледовый каток». Вот стоимость. Ну, сейчас, кстати, и купим. Посмотрим, что у нас здесь продают. Короче, друзья, товара много. Овощного отдела, ну, все не покажешь. Короче, ребятки, подошла к нам охрана. Ну, мы это не снимали, не будем вставлять это. Короче, они нам разрешили снимать. Ну, мы будем снимать. Мы же донецкие блогеры. Будем продвигать наш город. Как я и обещал, буду показывать все от первого лица, как есть. Короче, ребята, ассортимент товара колоссальный, есть все, что хотите, цены варьируются по сравнению с рынком, там плюс-минус 10-15 рублей на различные товары. Вот, к примеру, яйца 55 рублей, вот такие вот S1. Давайте по мясе пройдемся. Покажу вам мясо. Сало, украинское сало. Сало, соленая нарезка по 249. 99. Это приблизительно 100 гривен. Ну это не забывайте, это супермаркет. Рыбку покажу вам немного. Давайте пройдемся по овощам. Картошка, морковка. По фруктам, ребята, немного пройдемся. Ну и овощи. Капуста, помидоры, огурцы. По 59, 2 кг. Так, ребята, соусы, горчицы. Поснимаем вам. Так, ребята, сейчас молоко поснимаем. Что, мне уже снимать неохота. Чего? Не знаю. Ассортимент товара просто колоссальный. Выбирай, что хочешь, лишь бы деньги были. Вы говорите, людей нету. Сейчас 4:30 вечера. Ну, кто-то да уже искупляется. Ну, ближе к 7 здесь будет движуха, как нам сказали в администрации. Кстати, давайте поснимаем крупы на развес. Макароны.
Кстати, ребята, сейчас газировку снимем. По 20 рублей, 30, 18, 18, 18. Как бы выбирай, что хочешь. Всего достаточно и вполне. Сейчас, ребятки, по сыру пройдемся. Сыра тоже здесь предостаточно. Целые полки вон лежат заваленные. Также, ребятки, сейчас поснимаем колбасу, балык, ну и сырокопченую, сыровяленую. Товара предостаточно. Но это колбаса премиум класса, 850 век, рублика, ну и сосиски. Друзья, ну вот я вам показал немного Донецк-Сити, как он выглядит в мае 2019 года. Всем было интересно, мне многие писали личные сообщения: сними, пожалуйста, поедь в Донецк-Сити. Снимал я его в будний день, около 4:30 вечера. Людей, сказать бы, не сильно много было на фунтуре, где дети, практически никого не было, только учился кто-то на коньках кататься. Ну а так пошел, поснимал вам в пару сцены. Подошла к нам охрана, сказала, что, ребята, чего вы снимаете, что вы снимаете, это делать нельзя. Ну, мы вежливо попросили, чтобы пришел администратор, с ним все обсудили, поговорили, сказали, что мы адекватные, нормальные люди, и в итоге нам разрешили снимать, и в дальнейшем сказали, приезжайте почаще и снимайте наш парус, да и Донецк-Сити, буду почаще выезжать туда, может быть, даже в выходной день, где будет большое количество людей. Вам же ж люди, друзья, нужны. Ну, люди присутствуют. В парусе все покупают. Ассортимент товаров просто колоссальный. Бери, что хочешь. Лишь бы деньги были, вот что основное. Ну, а так, время я провел отлично. Для вас, друзья, поснимал немного Донецка. Не зря я называю ролики «Донецк от первого лица». Я показываю все как есть. Ну а с вас комментарии под этим видео, чтобы вы хотели в следующих роликах увидеть, обязательно пишите, ставьте лайки, если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. С вами на канале был Виконста, всем goodbye!